Заседание попечительского совета в Олимпийской столице провел Владимир Путин. Вместе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым, руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой и участниками совещания, глава государства обсудил планы развития Имеретинской долины. Там должен появиться инновационный кластер и лаборатории под руководством ученых с мировым именем. Будем стремиться к тому, чтобы создать условия для специалистов в самых различных областях, причем по, конечно, наиболее перспективным направлениям исследований, чтобы они здесь могли работать полноценно, и чтобы на этой почве одновременно с этим параллельно шла работа по подготовке кадров, и чтобы ребята из Сириуса и из будущего университета могли напрямую быть причастны к работе этих лабораторий. Кроме того, 1 декабря в Сириусе начнет работать новая школа. Там дети углубленно будут изучать физику, математику, информатику и биологию. Как отметил Вениамин Кондратьев, это усилит систему образования Кубани и привлечет новые инвестиции в регион.